Прокуратура Тверской области намерена усилить надзорную работу в отношении кальянных на территории Верхней Волжи. Поводом для этого послужило обращение ведомства нашего телеканала. На этой неделе съемочная группа Тверского проспекта приняла участие в рейде по курительным салонам областной столицы. Профилактическое мероприятие было инициировано депутатом законодательного собрания Олегом Лебедевым. В ходе рейда его участниками был выявлен целый ряд нарушений. В частности, одно из заведений, несмотря на действующий из-за угрозы распространения коронавируса запрет, было открыто и оказывало услуги своим клиентам. Как отмечают в прокуратуре Тверской области, все собранные во время профилактического мероприятия материалы будут тщательно изучены. Им будет дана правовая оценка. Вместе с тем, в ведомстве подчеркивают, что в отношении нарушителей на данный момент применяются достаточно серьезные санкции, вплоть до закрытия заведения. Кодексом Российской Федерации административных правонарушений, статье 6.23, введена административная ответственность за употребление табака и никотинсодержащих продукций несовершеннолетними. А также Кодексом Российской Федерации, статьей 6.3, введена административная ответственность за нарушение ограничений, введенных в период распространения коронавирусной инфекции. Предусмотрены значительные штрафы на юридических лиц, в том числе до прекращения деятельности.